Во Владикавказе отметили День физкультурника. В Олимпийском парке собрались все, кто неравнодушен к спорту. Организаторы предусмотрели тематические площадки, веселые старты, детская зона, зона ГТО и футбольный мастер-класс. По традиции, изюминкой программы стала зарядка с чемпионом. Ее для ребят провели одни из самых титулованных спортсменов. Многократная чемпионка мира по армспорту Ирина Макеева и призер первенства мира по вольной борьбе Аксарбек Гулаев. Также гости праздника увидели показательные выступления по айкидо, интеллектуальную викторину на знания спорта и различные конкурсы. Победителям и участникам вручили грамоты и памятные подарки. Напомним, День физкультурника празднуется в России ежегодно во вторую субботу августа и ведет свою историю с 1939 года. На выходных во Владикавказе погода не позволила провести праздник на улице, и его широко отметили только сегодня. Я занимаюсь черлидингом. На этом мероприятии я выступаю со своим танцем помпоны. Мне очень нравится такой вид спорта, как черлидинг, потому что он очень яркий, грациозный. Здесь собралось много именитых спортсменов, и они нам, детям, показывают, что нужно делать, чтобы стать такими же, как они. Мы уделяем этому мероприятию достаточно серьезное внимание, несмотря на то, что это не профессиональное спортивное мероприятие, но тем не менее это есть пропаганда здорового образа жизни. Очень важно вот детей со школьного возраста приучать к этой здоровой привычке, и поэтому не случайно мы в такой игровой форме, в конкурсной форме решили это, конечно, этого достигать.